Ну, еще один завершающий видеопрогноз на чемпионат Казахстана. Ордабасы против карагандинского Шахтера. Шахтер сейчас на 1 балл выше зоны вылета. Очень кошмарный сезон для участника Еврокубков от Казахстана. Шахтер абсолютно не впечатляет, абсолютно показывает скучный, унылый и безобразный футбол. Да простят меня болельщики этого клуба, но это действительно так, нужно смотреть правде в глаза. Ну а что касается Ордабасы, для меня это команда-загадка этого сезона. Они сейчас на 8-м месте. Ну и нужно побеждать Ордабасы для того, чтобы мы обычно привыкли видеть шымкентцев в верхней части турнирной таблицы. 8-е место явно не позиция Ордабасы в чемпионате. Поэтому нужно как-то уже улучшать. Тем более такой соперник, как Шахтер, даст это, собственно, и сделать. Орда играет дома, ну и Орда должна побеждать. Коэффициент на победу Ордабасы очень хороший против такого соперника, как Шахтер, которого обыгрывает даже Тумар в гостях. Туран. И здесь Ордабасы, мне кажется, что на изи просто обыграет карагандинский клуб. Моя ставка — Ордабасы против Шахтера. P1 с форой -1. Я думаю, что эта ставка вполне себе неплохая. Всем удачи, кто будет ставить. Ну и надеюсь, мои ставки сыграют. Пока.